Я на себя взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед. Я очень счастлив. Помилуйте, мы рады вам. Присядьте, вот дочери мои. Я очень, очень рад. Пойдемте в комнаты, или, может быть, хотите на вольном воздухе остаться. Прошу вас, без церемонии будьте, мы соседи, как нам чиниться нечего. Как мы взаимно разнобой.